Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище. В театре в Камергерском прошла гражданская панихида, на которую пришли сотни людей. Родные, коллеги и ученики. Они спешили отдать дань памяти настоящему народному артисту, который более 60 лет посвятил профессии. На панихиду приехал и Владимир Путин. Репортаж Зинаиды Курбатовой. Народный артист, которого любила вся страна. Его наследие огромно. Сотни ролей в театре и кино, спектакли, талантливые ученики. Созданный театральный колледж. В Камергерске люди шли с 9 утра. Гражданскую панихиду продлили. Проститься с Табаковым пришел и президент страны Владимир Путин. В 1957-м Табаков был одним из основателей «Современника». Позже создал театр, где играли его ученики, буквально в подвале. Театр этот долго не имел статуса, пока не стал, наконец, знаменитой табакеркой. Мощный талант, харизма, энергия и трудолюбие, умение быть дипломатом, море обаяния. Всего этого было у Олега Табакова в избытке. И жизнелюбие, которое помогло выстоять в самых сложных ситуациях, а таких было немало. Он был именно великим русским артистом. Учился в школе-студии МХАТ у Василия Топоркова. МХАТовский актер Топорков был коллегой и верным последователем Константина Сергеевича Станиславского. Табакова от Станиславского отделяет одно рукопожатие. Человек, который своим примером показывал, как надо жить. И как относиться к жизни, к профессии, к окружающим его людям. Это душа широкая, это сердце, и невозможно не полюбить его, увидев хотя бы раз, неважно, роль это будет на сцене или в кино, просто даже в жизни, это какая-то просто искра. Он бесконечно любил жизнь, он бесконечно любил прекрасные проявления жизни, счастливые проявления жизни. И мне кажется, главное, что мы можем и должны сделать в память о нем, это жить и жить счастливо. Это очень важно, потому что иного он нам не простит, глядя на нас оттуда. В 2000-м он возглавил МХТ имени Чехова, пригласил сюда талантливых артистов, известных режиссеров, Богомолова, Женовача, Бутусова. Театр не стал пыльной классикой. Табаков вдохнул в него жизнь, выбил деньги на реставрацию и реконструкцию. Он выходил на эту сцену до конца, и каждая его реплика сопровождалась громом аплодисментов. Сегодня закончилась эра Олега Табакова. Зинаида Курбатова, Дмитрий Вишкевич, Никита Корунов. Вести.